Миналата година. В прошлом году. За мен малко ми трябва време да, да успявам да ти приветствам. Добре ли се чува? Не, не, всичко не. Да, микрофон малко поблизо. Да. Миналата година, през май месец, Бог Исус извърши чудо с мене. В прошлом году, в май като... месец, Исус Христос сделал со мной чудо. Така. По време на службата Интернационална църква за рускоговорящи. Во време служения се... църкви на скале, рускоговорящи. Аз се помолих в сърцето си Бог да открие новата ми работа. Я помолила в своем сердце, чтобы Бог открыл мне мою новую работу. Да, и той го направи. И он меня направил. Това беше първото чудо в тази църква, тук на това място. Это было первое чудо в этой церкви, которое я получила. Попитах в молитвата. Также я спросила в молитве. Точните думи. Точные слова. Да ми каже или... Что Бог мне сказал? Насърчи по някакъв начин. Или на, наставил точно... меня? Точния ден и час да отида, точный да работя час, там, понеже аз бях объркана и със своя разум не можех... Чтобы я пошла куда-то на работу, чтобы, потому что я да была немножко в таком смешении. В момента. У меня не было ничего. Даде ми мудрост и... Чтобы Бог дал реших мне мудрость. Реших да го следвам за смелость за новата работа. И дал смелость, чтобы следовать за Богом. И стана чудо. И... Започнах работа благодарение на Него. И случилось чудо, началась работа, и я благодарю Бога. Най-новото, което е свидетелство. Это одно свидетелство и второе свидетелство. С много висока температура, задушаване. На прошлой неделе у меня была очень высокая температура. И кашлица, която имах и трудно дишах. Трудно дышала удушье. Обаче реших в себе си да се обърна. Ну, я решила в себе обратиться к Богу. За проблема към Исуса. К Иисуса Христу. Нашия Господ. Нашему Господу. И след това... И после этого почувствовал облегчение и започна по някакъв сверхъестествен начин да почувствовал облегчение. Ме лекува. И Бог начал как-то меня сверхъестественно лечить, исцелять. И разбрах, че ме изцели. И я поняла, что я исцелена. И само благодаря също. И сейчас я благодарю Бога за все. Благодаря тебе, Анна. Слава Богу.